С вами канал Бонсай сначала. В том году садила груши и яблони. Я не знаю, вот это похоже на дикое яблони. Садила сюда грушу, вот это я яблони садил, вот у него лист другой совсем. А это груша. В общем, выращиваю рощу вот такой плошки. Здесь у меня, я этот раз досаживал, для чего у меня погибло этот раз. И сейчас 7 штук. По этим, нечетное число должно было быть. То есть от 3 до 9, по-моему. Вот она вытянулась, вот эта яблоня. Может, груша, может, яблоня. Яблоня, короче, длинная. Сейчас я ее укорочу, чтобы она начала ветвиться. Видите, у них между узлями большой, вот эти, не нравятся мне. Укорочу до основания, вот здесь, где она начала, отсюда пошла. То есть, вот здесь я ее, на эту почку буду укорачивать, чтобы она отсюда начала ветвиться. Здесь вот эта длинная, стволик немного созреет, я ее тоже вот тут укорочу. Вот эта яблоня у меня, она сама себя укоротила, как говорится, зимой. Вот видите, развилочку она дала, вот. Веточку, и там веточку, она зимой, как бы почку здесь, то ли подморозила, то ли что, она на лыжи, это самое, зимовала. И сама боковые веточки дала, вот одну, и вот эту вторую, и это центральный проводок. Потом я ее тоже так немножко, мне высокий такой лес здесь не нужен, конечно, это чуть созреет, говорю, я ее тоже укорочу. Это вот такая сама себя искривила, вот она, то есть изогнула, вернее, хотел сказать. А эти в этом году вот и зашли, 3 штучки я садил. Вот такой хотел показать свою рощицу из яблонь, можно посадить, такая плошечка небольшая. 7 штучек. В этом году пересаживать не буду, потому что они прекрасно себя чувствуют, растут хорошо. Яблони сильно воду не пьют, так что поливаю через сутки я где-то. Вот такой небольшой формировочку яблони я сделал. Вот такая вот прекрасная роща у меня. Смотрите. Ладно, всем все пока-пока. С вами был канал Бонсай сначала 65, Алексей. Заходите на мой канал, кому нравится мое видео. Формировка бонсай. Занимаюсь, выращиваю. Ну, не по канонам. Потом, видите, на ствол немножко сам изогнулся. Этот ствол тоже вот немножко он изгиб идет. Потом я тоже где-то, может, здесь или здесь укорочу. Посмотрю, он затолщится немножко ствол. Я укорочу. Сейчас. Только сегодня какой сегодня? 25 апреля, поэтому еще все лето впереди, она еще даст почки, отрастет. И поэтому потом пенек этот уберем, где она почки разбудит. Пробудет. В общем, заходи ко мне в гости, подписывайтесь, кому нравится заниматься бонсай. Всем все пока-пока. С вами был канал Бонсай сначала 65, Алексей. Все.